nostalgie. On se ressemblait. Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Росси, и это рубрика «Ностальжи». Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием «SWAT». Это тактический шутер от первого лица, в котором нам предстоит примерить на себя роль оперативника тактической группы захвата, которая будет отправляться на разные задания по нейтрализации террористов, поимке опасных преступников или розыску маньяков. Давайте же сейчас с вами пройдем первую, скажем так, миссию. Нам нужно захватить или ликвидировать двух подозреваемых основных, которые находятся в ресторане. Предположительно, у нас есть гражданские лица на территории. Хотя брифинг нам об этом не рассказывает, но поверьте моему опыту, они там есть. И, соответственно, нужно уйти живым и желательно без потерь. Сейчас мы с вами быстренько рассмотрим возможное оружие, которое у нас здесь есть, и возможные функции. И напомню, что игра вышла в 2005 году, поэтому уже, в принципе, прошло довольно-таки много времени, но она все равно остается популярной среди игроков ради своего тимплея. То есть можно с друзьями очень весело проводить время и захватывать всяких маньяков, педофилов, которая находится где-то у себя там в далеких-далеких комнатах, в своих огромных домах. Значит, смотрите, смысл в чем? У нас есть мы, то есть главный персонаж, и две группы, которые нам подчиняются в плане команд. То есть мы там взломай дверь, взорви дверь и так далее. Давайте рассмотрим оружие. Значит, у нас есть основное оружие, дополнительное, тактическое и типа там для вскрытие закрытых дверей. То есть это или C2, или дробовик. Тактическое я бы себе взял, конечно, обязательно бы взял бы себе оптическое видение. То есть это камера, с помощью которой мы можем заглядывать под закрытые двери, окна и смотреть, что там происходит. Есть у нас, конечно, стандартный флешечка. Любителям Counter-Strike привет. Также у нас есть газ и обычная граната, скажем так, которая взрывается и наносит увечья. Я как бы стараюсь всем, в принципе, выбрать здесь в тактическом на усмотрение самих хлопцев, да, как оно предлагает. Но я бы всем выбрал в основном оружие с глушителем. Ну, люблю я работать с глушителем. Я думаю, что это супер-пупер незаметный. Давайте начнем миссию. Значит, что собой представляет вообще этот шутер от первого лица? Значит, это, в принципе, здесь можно играть очень круто, можно говорить по тактике. То есть одни прикрывают, другие заходят, ставишь блокиратор на двери. Извиняюсь, слишком она громко с нами разговаривала. Я включил камеру. Это мы будем смотреть глазами офицера, красного офицера 1. Element, fall in on me. Да, you, скажем, чтобы они все шли за нами. Значит, преступников... Я понял, спасибо, хлопцы. Преступников и гражданских мы можем задерживать с помощью... То есть мы кричим, там типа аналог нашего, типа там мордой в пол. Если они подчиняются, то мы их просто задерживаем. Если нет, мы можем открыть оружие, точнее, открыть огонь. Не обязательно убивать, можем просто ранить. Можем использовать спецсредства, такие как газ, такие как еще там разные... Опа. Вот видите, гражданин не хочет сдаваться, поэтому мы можем сейчас... Это будет последнее предупреждение. Он убежал. К сожалению, я пытался его подстрелить, но у меня не получилось. Давайте пока
задержим. Так, move clear. Газ. Давайте, короче, скажем, чтобы они нас прикрыли. Вперед. Прикрывайте дверь. Хлопец, видите, занял позицию. Так, а мы займемся нашим гражданским. Обязательно заковываем его в наручники. Обязательно заковываем его в наручники. И теперь сообщаем то, что мы его повязали. Все. Гражданский готов к эвакуации. Продолжаем дальше наше движение. Давайте, хлопцы. Нет, чтоб я один не заходил. Я тоже фигню не хочу, как бы. Так, давайте, значит, я предлагаю так. Вперед и зачищайте. Поехали. Давайте. Еще я должен за вас вашу работу делать. Вперед. Clear, вперед. Так. Ага, вот там. Давайте, вперед. Видите, он не захотел сдаться, хлопцы его сразу пристрелили. Я должен сообщить. Текс. Мне не нравится та комната. Вперед. Туда. Тут дверь закрыта. Туда вперед. So far, so good. Все отлично. Все, clear. Вообще, с друзьями тут, конечно, намного интереснее, когда там кидаешь гранату, друг забегает перед тобой, ты кидаешь гранату, он слепнет, кричит, это очень весело. Но, видите, как бы при более-менее правильном позиционировании, использовании ботов, в принципе, тоже можно неплохо здесь как бы развлекаться. Так, здесь я не знаю, что там. Давайте все по такой же тактике. Пустим пацанов вперед. Вперед. Цивилиан. Отлично. Так, хорошо. Двигайтесь туда. Прикрывайте. Так. В холле никого нет. Гражданский. Напоминаю, что у нас здесь с вами есть задача ликвидировать двух хлопцев орлов. Так, туалет. Давайте open and clear. Я пока прикрою здесь. Че, закрыто? Вперед, пацаны. Чисто, точно, вы уверены? Хорошо. А ну давайте здесь. Я вам помогу, если что. Открывай. Move it. Go. Room clear. Тоже комната чиста. К сожалению, здесь нельзя использовать прицел в плане... Оу, смотрите, тут у нас еще один, оказывается, бандос был. Я его даже не заметил. Да, сообщить. К сожалению, здесь нельзя целиться в плане там... с мушки стрелять или приближать каким-то образом. Здесь это делать нельзя. Но это, в принципе, не так страшно. Так, значит, что тут у нас? Не понял. Это у нас подсобка. Никого нету в подсобке. Хорошо, пацаны, пошли за мной. Почему вы скучаете? Так. Тут мы были, а тут мы никого не нашли. Отлично. Так, что у нас тут? Дверь закрыта. Так, пиклок. Давайте попробуем открыть, подобрать отмычку. Давай, расходимся. С помощью чего он будет открывать? С помощью отмычки, хорошо. Дверь можно открыть с помощью отмычки, можно выбить ее, можно взорвать ее. То есть я хочу более тихонечко быть. Значит, open and clear, пошлите вперед. Go. Так, заходим. Вперед. Я думаю, не clear, пацаны. Так. Давайте move to. Вперед.
Давайте, пацаны, давайте. Что тут у нас? Давайте, наверное. Вперед. Дебил, пока он ориентировался, пришлось его пристрелить. Так, первая цель по брифингу у нас ликвидирована. Я думаю, последний остался там, потому что ему больше быть негде. Могли отсюда, блин, зайти. Так, ладно, что тут у нас? Ничего тут нигде не лежит. УЗИ. А, все, второго мы раньше ликвидировали. Собственно, вот так вот все прошло. Видите, возможно было, я прошел только на 74 из 100. Можно было бы трех человек арестовать, это нам дало бы очков, а мы их просто расстреляли. И главных подозреваемых мы тоже расстреляли, хотя нужно было их задержать желательно. Но ничего. Поэтому, ребята, если вы в эту игру не играли, рекомендую вам настоятельно ее скачать. Ой, то есть купить, но вы ее нигде не купите, потому что она настолько старая и в Steam ее нету. Поэтому воспользуйтесь трекером по цене интернета, купите, то есть за бесплатно. Игра стабильно работает через, там, не знаю, хамачи, через остальные танглы и так далее. То есть через виртуальные сети, имею в виду. Стабильно работает до 4, до 5 человек, если я не ошибаюсь, в кооператив, в совместное прохождение миссий. Также есть еще Стечкин комбинат, вроде, дополнение к игре SWAT 4. Там еще не дополнительные миссии, то есть есть разные варианты прохождений. Соревнуйтесь, кто больше убьет, кто больше арестует, и зарабатывайте, соответственно, хорошие оценки. То есть намного лучше, чем я, 74 из 100. Поэтому обязательно, обязательно must have, обязательно пройдите, потратьте время, вы не пожалеете. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Ностальжи. Всем до скорых встреч, пишите свои комментарии и пока.